На сегодняшний день Панамский канал, который соединяет Карибское море, Атлантический и Тихий океаны, до сих пор считается одной из самых величайших и, несомненно, самых сложных строек за всю историю существования человечества. Его длина относительно невелика, всего лишь 81 километр и 600 метров. 65 километров проходят еще и по суше, а 16,5 километров по дну Лимонской и Панамских бухт. Панамский канал – это настоящий переворот в экономике и судоходстве на всей нашей огромной планете. Стоит только представить себе, насколько сократился путь для судов, которые следуют из крупнейшего мегаполиса в мире Нью-Йорка до Сан-Франциско. До сдачи в эксплуатацию жизненно необходимого канала судам приходилось преодолевать расстояние почти 23 тысячи километров между двумя городами –